ага. ЦК. ЦК, ЦК. Цокотуха. Автор популярных детских стихов Корней Иванович Чуковский в исполнении Сергея Иванова на сцене Самарского художественного театра «Витражи». Юные зрители и их родители застают его за работой в момент написания легендарной «Мухи-цокотухи». Чуковский находится на сцене на протяжении всего спектакля. Чтобы оправдать все то, что происходит, все-таки это, получается, среди насекомых же. Это же про насекомых, а ведут они себя как люди. Чтобы вот это все дело оправдать, это все происходит, ну, в голове Корнея Ивановича. То есть он это все придумал, что вот букашки, они не просто там в траве ползают, а у них вот все как у людей. Что у них вот там есть купцы, там есть вот мухи, есть именинницы, есть самовары. Поставил спектакль столичный режиссер-постановщик Андрей Казаков, лауреат Международной премии Станиславского и Театральной премии «Чайка». Но на премьеру приехать не смог, занят в других проектах. Он объединил на сцене разные театральные жанры – оперу, балет, мюзикл, драму. А музыка Верди, Штрауса и Шостаковича открывает новые грани известных детских стихов, уверена Анна Маркова, исполнительница главной роли. Есть какие-то вещи, которые могут зацепить и взрослого человека, и ребенка. Всегда вообще все про любовь, про благородство, про храбрость, про дружбу. То есть он такой спектакль, в котором очень многие вопросы для детей открываются. Спектаклем оперы «Муха-цокотуха» в Самаре открылся 26-й театральный сезон. Премьера прошла в ДК «Железнодорожников» при полном аншлаге. Постановка стала возможна благодаря участию театра «Витражи» в федеральной программе «Театры детям». Владимир Соловьев, Константин Головин. События.